нас находится дежурная часть. Это наш дежурный. Можете вот краешку прям заглянуть, откроем дверь. Накануне профессионального праздника сотрудники по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Межмуниципального управления МВД России «Щелковская» рассказали о своей работе ребятам из 6-й Щелковской гимназии. Школьники увидели автомобильный парк, узнали, для чего включаются проблесковые маячки и звуковые сигналы, посетили мини-музей отдела Госавтоинспекции, узнали историю возникновения этого праздника. В этом году этой службе исполняется 92 года, практически целый век существует наша служба. 25 мая 1932 года Управление рабоче-крестьянской милиции при Совете народных комиссаров РСФСР был издан циркуляр о мероприятиях по развертыванию пропаганды безопасности уличного движения. Этот день и стал профессиональным праздником. С тех пор не раз менялись задачи, названия и даже подчиненность ГАИ. И только у сотрудников по пропаганде предназначение оставалось тем же. Слушайтесь своих преподавателей, слушайте то, что вам говорят наши инспектора пропаганды, Ольга Юрьевна, Анастасия Валерьевна. Они всегда вам помогут. Участницы отряда юных инспекторов движения из Щелковского лицея номер 7 поздравили сотрудников по пропаганде с профессиональным праздником и поблагодарили за совместную работу и преданность своему делу. Мы отряд УГИИТ Щелковского лицея номер 7. Ремень безопасности. 25 мая отмечают свой профессиональный праздник сотрудники по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции. Ваш профессиональный праздник мы хотим вам пожелать неиссякаемой творческой энергии, успехов и семейного благополучия. Спасибо. Специально для вас мы подготовили открытку. Спасибо большое нашей помощнице, что весь учебный год и очень долгое время вы нам помогаете. Надеемся на наше дальнейшее сотрудничество, что вы не покинете этот отряд, будете до конца, наверное, 11 класса, до окончания школы, будете все время с нами воспитывать подрастающее поколение. Очень приятно, что есть такие помощники. И вам спасибо за вашу и нашу работу совместную. Спасибо. Работа сотрудников по пропаганде безопасности дорожного движения – это тесное взаимодействие со средствами массовой информации, интернет-ресурсами, лекции, профилактические акции и многое другое. Все во имя сохранения жизни и здоровья людей. Отдел Госавтоинспекции МУ МВД России «Щелковская» поздравляет всех сотрудников по пропаганде безопасности дорожного движения с праздником. В это непростое время хочу пожелать коллегам здоровья, двигаться только вперед и стремиться к новым вершинам. Анна Наприенко, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.